Сигнал, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Первое, что нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под руководством президента Путина полностью потеряла. Второе, еще раз подчеркиваю о том, что нужно показывать какие-нибудь политические шаги или победы президенту России. Но он на поле боя не смог этого сделать. И даже о том, что они начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она закончится уже. Вопрос в том, что он просто не жалеет, конечно, не жалеет наших людей и убивает. Но он и не считает своих людей. Но это уже дела Российской Федерации. А третье, помимо тех двух пунктов, о которых я сказал, я считаю, что третье — это полностью потеря какой-либо субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории.